Приветик, мои дорогие интернет-друзья! Только что я гуляла по просторам интернета, заходила, возможно, к некоторым из вас на странички, кому-то просто ставила лайки, кому-то комментарии, кому-то молча посмотрела и ушла, потому что не нашла, кому, либо вы давно не обновляли свои странички, либо, может быть, то, что у вас опубликовано, мне не откликнулось, просто так обычно лайки я не ставлю. И когда меня кто-то просит где-то что-то прокомментировать, я обычно ищу настоящий отклик внутри себя. И о чем же я хотела бы с вами сейчас поговорить, какой мыслью хотела бы с вами сейчас поделиться? Наблюдая за некоторыми страницами, кстати, зачем я это делаю, об этом есть у меня отдельное видео, недавно я записала, что я делаю в интернете, зачем это бизнес или это жизнь, что это вообще такое, поэтому если вы его не видели, советую посмотреть, возможно, у нас с вами есть что-то общее. Так вот, гуляла я по интернету и только что в очередной раз поняла, что есть две категории людей. С одними у меня есть резонанс, со вторыми не совсем получается. Я не понимаю такого подхода, к сожалению. Хотя, опять же, это не плохо, не хорошо, просто что-то не мое. Я глубоко уверена в том, что куда мы отдаем свое внимание, на чем мы фокусируемся, то, на что мы обращаем внимание, то мы и привлекаем в нашу жизнь, то такую жизнь мы себе и создаем. Да, кто-то, возможно, со мной не согласится, для этого и есть у каждого свое личное мнение, но я считаю, что вместо того, чтобы искоренять, так сказать, сорняки, лучше уделить внимание созданию новых клумб, засаживанию их цветами, озеленению городов, созданию каких-либо там питомников, заповедников, созданию каких-то развивающих центров, помощи людям в образовании, ответы на вопросы тем людям, которые действительно хотят что-то в жизни изменить, а не фокусироваться на тех палках в колеса, которые мы получаем на своем пути. Ну, опять же, образно не фокусироваться на тех препятствиях, не фокусироваться на тех, на той грязи, которая у нас под ногами, а вместо этого, знаете, не то, что фокусироваться каждый день убирать, они просто так говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. И вот мой подход жизненный в бизнесе во всех направлениях. Я чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что мой подход заключается именно в этом. Я не могу ковыряться в каких-то негативных ситуациях. Я даже не хочу сейчас называть, как видите, вещи своими именами. Не хочу я в чем-то ковыряться, от которого чем больше ковыряешься, тем больше неприятного запаха вокруг. Я не могу размещать у себя на страницах в социальных сетях, размещать какую-то негативную информацию для того, чтобы привлечь внимание. Давайте вместе мы сейчас соберемся, поплачем, и ничего от этого в нашей жизни не поменяется. Я наблюдаю за страницами людей, которые жалуются то на государство, то на депутатов, то еще на какие-то негативные ситуации. Это все утрировано, с красками описывается и показывается. Но не лучше ли взять и сделать что-то по улучшению в этом направлении? Не лучше, зачем, ну вот я не понимаю, зачем всем вокруг портить настроение, если можно объединиться и предложить: ребята, а давайте завтра мы озеленим нашу улицу, а давайте мы сделаем то-то. То есть направить свою энергию, свое внимание на создание, на созидание, на творение. Потому что когда, куда мы направляем нашу энергию, наше внимание, ну такая наша жизнь и становится. Вот очень захотелось поделиться с вами мнением на эту тему. Если вы так же, как и я, считаете, что мир станет вокруг лучше, если мы не будем проводить его в борьбе, а если мы будем проводить время в созидании, в творении, в развитии, давайте, товарищи, дружить вместе. Если у вас, вам откликается то, что я только что рассказала,
добавляйтесь, друзья, подписывайтесь, давайте будем общаться, развиваться, возможно, в чем-то друг друга поддерживать и делать вместе наш мир лучше. Я за созидание и против войны, и, в принципе, не фокусируюсь, и не обижайтесь, если я не поддерживаю ваши какие-то негативные там петиции и так дальше. Будет петиция, которую нужно поддержать за создание чего-то, окей. Если у вас нарисованы страшилки о том, что в принципе уже произошло, уже на что повлиять нельзя, то я уверена, у вас тоже есть союзники и люди, с которыми вам по пути. Я вам желаю мира, процветания, добра. Давайте делать мир лучше и не стараться победить, завоевать, побороть, потому что с этим и будем тогда сталкиваться. И если вы, конечно, согласны, жмите лайк, пишите комментарии, возможно, вопросы, пожелания, то, что хочется сказать. Буду рада узнать ваше мнение. На связи с вами была Ольга Барабанова. Мира вам, процветания и добра. Пока-пока.